Привет всем, быстренько покажу видеообзор Stalker Cardon. Он недавно появился в Play Market, поэтому аналогов я не видел. Ну, в общем, качайте и наслаждайтесь. Вот, это Сидорович. Блин, качество плохое, конечно, снимает, но ничего. Так, это Сидорович, с ним можно поговорить на разные темы. Также может он нам показать, как пользоваться карманным компьютером. Вот он справа в верхнем углу будет отображаться. Вот. Синий кругляшок – это наше местонахождение, где мы находимся. Можно ориентироваться по карте. Так. Ну ладно. Пойдем посмотрим, как все выглядит по-настоящему. Это деревня, где находятся сталкеры. Тусуются постоянно. Зеленые стрелки показывают направление движения, куда можно перемещаться. Например, пойдем дальше. Нам нужно добыть оружие. Если следовать сюжету, то Сидорович сказал, что можем у одного чувака взять оружие. Так вот, вот стрелка. Нажимаем на нее. Управление простое. Также можно с ним поговорить о разных вопросах. Можно с ним поговорить там еще о миссиях, получить миссию и идти вперед. Ладно, сразу к делу. Он нам дал ствол, теперь мы идем путешествовать по зоне Чернобыля. У нас есть различные направления, можем вернуться назад, пойти вправо, влево и прямо. Куда идти, вам выбирать. Исследовать зоны очень интересно. Вот. Это как в сказке. Пойдешь налево, получишь это. Пойдешь направо, получишь это. Либо вообще ничего не получишь. Итак, пойдем налево. Вот. Это наш напарник, которому нужна помощь. Пойдем к нему. Также с ним можно поговорить, пообщаться. Общаться будете сами. Я покажу вам суть игры. О, не успел его убить, но меня спас мой напарник. Убил, в общем, плохого человека. Ну, короче, не буду я показывать все прелести игры. Я думаю, игра должна быть интересная для вас, когда ее не знаешь. В этой игре, помимо большой зоны отчуждения, можно встретить аномалии, монстров, военных, ну и сталкеров. Проходить можете миссии, следовать маршруту, который вам более интересен, и наслаждаться этой игрой. Сразу предупреждаю, в игре нет рекламы, в игре нет вирусов. Ну, в общем, играйте, а я буду разрабатывать следующую часть, которая будет называться «Сталкер-свалка». Удачной игры, сталкеры!